Добрый день, дорогие друзья, подписчики и любители тепловодокотлов и газовых котлов. Вот у меня в бане стоит Витапент 100, который Висман. И проблема, хочу решить сегодня и показать вам, проблема с горячей водой. То есть вода есть горячая, но она недостаточно горячая. Есть подозрение такое у меня, что теплообменник горячей воды забит. Вот хочу его снять. С одной стороны открутил уже. Сейчас откручу с другой стороны. И покажу вам, что с теплообменником. И промоем его заодно. Вот мы демонтировали теплообменник и пробуем слить оттуда воду, хотя она там есть. Но вода оттуда не сливается. Это говорит о том, что имеет место засор или закоксовка. Вот попробуем в кислоте его немножко отпарить. Вот есть такой утенок супер сила. И пробуем им заливать. Прям льем в отверстие. Насколько будет эффективной, покажет эксперимент. Вот процесс уже пошел, кипячение, бурление. Вот такой вот процесс. И сейчас еще попробуем поставить на плиту газовую и немножко покипятим. Посмотрим, что это у нас даст. Вот ушла жидкость, и доливаем туда. Покажи этого утенка еще раз подальше. Вот утенок суперсила. Видимый эффект. Вот такой вот. По мере вытеснения доливаем. Ну, по мере реакции доливаем потихонечку. Каждый теплообменник имеет даже свой индивидуальный номер, что говорит о подлинности запчасти. Судя по всему, 12-й год. Вот часик где-то подержали и теперь проливаем. И видим, что проходимость наладилась. Более-менее. Но все равно сейчас еще на разочек зальем химии. И еще раз. Вот одна левая немножко хуже, чем правая. Вот так. Итак, вот инструмент, с помощью которого мы откручивали теплообменник.
И вот теплообменник с двумя болтами, который мы будем устанавливать в обратном порядке на место вот туда вот, на заднюю панель. На заднюю панель. Все, теплообменник промыт. Циркуляция у нее должна быть отличная. Продолжаем работать. Ну вот, рекомендую вам при заворачивании второй правой правого болта пользоваться, во-первых, удлинителем такой вот с насадочкой. Это во-первых. И второе, откинуть блок управления назад, чтобы было удобно. Вот докручиваем плотненько. Докручиваем. И докручиваем вторую сторону также. Вот он у нас установлен. Будем собирать все в обратном порядке. Блок управления ставить на место. Витапент 100. Промываем теплообменник горячей воды. Итак, заполняем систему. Заполняем систему нашу. Открываем проходные краны. Вот наполняем систему. Вот этим вот крантиком, который справа по полету находится. Ну, желательно первый раз где-то довести до полторашки. Вот так вот. До полторашки. И запускаем котел. Вот он прошел уже все тесты. И запускаем его. Вот он у нас зажегся. И смотрим, соответственно, на предмет печи. На предмет печи. Контролируем опять давление. У меня такой манометр стоит в баньке. Температуру. И открываем теплые полы сразу, чтобы циркуляция была нормальной. Сначала обратку открываем, и потом подачу. Вот система пошла работать. Итак, ставим регулятор горячей воды. Ну вот, ставим сразу вот в такое максимальное положение. И, соответственно, открываем кран горячей воды. Вот котел запустился и начинает прогревать нашу горячую воду. Вот вода такая с шипением идет, даже немножко зеленоватая, наш раствор проливается. Ну, вода уже теплая, хорошая, напор хороший такой идет. Можно сказать, что проблему решили. Проблему решили. Уже горячее. Вот так вот своими силами несложно почистили теплообменник Висман Витапент 100. Ох, вода уже горячая.